Здравствуйте, мои краснодарские друзья. Вот хочу, очень жалко, чтобы я не с вами, но хочу показать, как надо кушать армянские абрикосы. Вот берем абрикос, вот так. Берем нож, сверху режем, вот так, в таком виде. Вот так режется, вот так. Вот открывается, вот так до конца режем, снимаем, остается косточка. Косточку надо достать. Вот, снимаем косточку, ложим сюда, открываем коньячок. Обязательно, чтобы было армянский, желательно, чтобы было на ири. Наливаем вот сюда. Вот. И обязательно надо, чтобы были вдвоем хоть. Но я это показываю, чтобы вы видели, но надо это делать вдвоем. И вот так пьется. Аромат идет, ну, такой великолепный. И начинаешь закусывать. Mm.